She's an American beauty. I'm an American psycho. She's an American. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Геймплей Ностальгия, меня зовут Александр Мажинок, и мы продолжаем играть в бету, в открытую, The Crew 2. Сейчас будет сразу гонка, знаете, забавный факт произошел. Я сейчас включил оффроуд, нажал играть, у меня сразу началась заставка, мне пришлось посмотреть эту заставку, пропустить ее и начать игру. Вот, и сейчас у нас сразу гонка оффроуд, погнали. Завершить событие нужно доехать до контрольной точки, без соперников. И, кстати, забавная вещь. Я почему-то думал, что я нажал на запись. Решил сразу записывать ролик, а оказалось нет. Поэтому я и нажал, и как бы играть, у меня начался ролик, а я его просто-напросто не записал. Поэтому вы увидели в ролике не моего персонажа, а другого. Так, это просто по контрольным точкам, как это было и в первой части. Только... здесь у нас чем лучше будет время, тем будет офигеннее. Нам дали Ford 150 Raptor. Офигенная машина, на самом деле. Я по ней целую кучу сюжетов смотрел в свое время, когда ее там в Top Gear показывали. Потом чисто так вот натыкался в Ютубе на какие-то обзоры. Поэтому... тачка реально заслуживает уважения к себе. Еще одна контрольная точка и финиш. Вот такая вот простенькая. Простенький такой заезд. Ну как простенький, сейчас будет офигенный прыжок. Ой-ой, вот это сейчас было крайне тупо. Надо было по горочке поехать, а не съезжать. Ну, потеряли пару секунд. Ничего страшного. Я думаю, это не так сейчас сильно влияет. Потому что соперников нету, в принципе, можно спокойно на это смотреть. Далеко последнюю точку поставили. То есть я не предполагал, что она прям будет стоять так далеко. Неплохо. Нам с тобой не мешало бы обсудить твое будущее. Погнали! Ну, давайте. Новая тачка ждет тебя. Наверное, здесь тачки такие же будут, там в бесплатных, как я уже говорил, с которые мы получили за реварды в первой части. Группа Offroad, добро пожаловать. Посмотри-ка на себя. Раз твои кости целы, здесь твое место. Итак, добро пожаловать в кусочек райского бездорожья. Здесь ездят на внедорожниках, лазают по горам и побеждают. Готов поспорить, тебя ждет как раз последнее. Этот болван Такер Морган. Но все зовут его так. Он считает, что он здесь номер один. Но мы покажем этому лесничему, что он не прав. Ему нравится исследовать окрестности. Многие здесь делают так же, и в этом их ошибка. Нужно концентрироваться на гонке. Но их промахи только на руку. Тебе и мне. И как я говорил, можешь зайти в мастерскую и забрать тачку. Считай это вклад в твое будущее. Остальные тачки придется заработать. Хорошо. Новая дисциплина. Ралли-рейд.
То есть по факту мы дисциплины открываем, когда мы будем круче. Вот и все. Вот я как это понял. Так, давайте посмотрим сначала, что у нас здесь за тачки. Здесь у нас такие, типа, именно ралли-рейдовские. Бесплатная у нас вот эта протобаги. А дальше у нас здесь F-150 SVT Raptor EVO 2. H1 Alpha EVO. Это который Hammer, Mercedes-Benz X-класс. Кстати, офигенная машина. Тоже по ней обзоры смотрел. Достаточно такой массивный пикап. И в каких-то степенях даже выигрывает у Ford 150. Ford Focus RS, Cadillac Escalade. Ну, в принципе, здесь уже модифицированные под ралли-рейд машины, которые мы увидели там в первой серии. Camaro RS 69-го года. Офигенно выглядит. Так, ну ладно. Здесь тоже красивые машины, они по-своему сделаны. Пашак какой интересный. Так, мотики. Здесь должны быть другие немного мотики, да. Это КТМ, Кавасаки, Сузуки и еще один КТМчик. Их здесь маловато. В мотокроссе, ну я думаю, что будут еще добавлять позже. Но, хотя в мотокроссе не так много хороших, так скажем, байков. Они не слишком сильно требуются популярностью. Даже смотря не чисто у людей, а у населения мира. Типа не чисто у спортсменов, а у населения мира. Имеется в виду, я это хотел сказать. Так, Ford Focus RS, это у нас больше машины под другой класс. Так, ну у нас здесь с вами получается доступна одна машина. Но у меня есть интересная вещь. Я вспомнил одну классную штуку, которую я видел в закрытой альфе. Есть места в каждой из таких вот локаций. В первой, в которой мы были в тот раз, Street Race, теперь здесь в Rally Raid. Есть одно особое место, где мы можем посмотреть какую-то тачку. То есть, когда я играл в закрытую альфу, там, по-моему, сейчас вам скажу, сейчас я не могу открыть карту, стоит особый транспорт. Стоит особый транспорт. Вот, видите, я вышел. Стоит особый транспорт, который, блин, можно получить, я не знаю, выполнив... Вот. Все в вертушку! Круто было бы взлететь на такой штуковине. Уверен, столько интересного можно было бы разглядеть. Да. Во-первых, что я интересно заметил. У каждого транспорта можно открывать двери и садиться в них. И написано, победите чемпиона, чтобы получить это уникальное транспортное средство. То бишь... Победим чемпиона, получим вертолет. В других местах тоже там. Победим кого-то, получим какой-то особый транспорт, который просто вот в обычном списке автомобилей нету. По-моему, где-то я видел, даже можно будет получить вот этот вот грузовик. Только там под другой раскраской. Кстати, вот это почтовый ящик. Те штуки, которые типа награды вы не забрали, они здесь будут все помещены в этот контейнер. Приходите и забираете. Возможно, здесь даже будут лежать предметы, которые разработчики, может быть, как-то ивентово будут выдавать. Так, давайте возьмем тачку и пройдем пару гонок в оффроуд. Здесь, конечно же, их поменьше, чем в стритрейсере. Такс. В Rally Raid у нас в 9 новых миссий. Не хочешь покататься и немного заработать? Этот журнал попросил нас сделать несколько фоток. В фотоальбоме можешь увидеть, чего они хотят. Это не обязаловка, но с твоей манерой езды плевое дело. Поздравляем, вы открыли группу Offroad. Сейчас самое время. Face Your Ride. The Crew 2 Red Bull. Да. Кстати, забавная штука сейчас происходит в The Crew, именно в закрытой бете. Мы получаем F-150 SVT Raptor машину в штабе оффроуда. Записываем видео с нашим самым потрясным трюком. Опубликовываем его на сайте faceyourride.com и наслаждаемся трюком в реальном времени в Америке.
Но для нас эта штука такая себе, на самом деле, потому что по-любому, вот кто, любой из вас, если кто-то там попытается даже записать, вас могут сделать, потому что, ну, вряд ли у нас, типа, выберут, типа, из наших российских тот, кого-то выберут, чтобы этот трюк был выполнен. Хотя, может быть, будут не один трюк выбирать, а несколько десятков. Потому что это же все-таки какое-то, наверное, событие. Это, видимо, какое-то будет мероприятие, на котором подобный трюк и будет выполнен. Так, ну что ж, ладно. Хрен да с ним. Давайте выберем гонку. У нас как раз-таки здесь доступно всего только два события, в отличие от стритрейса. В стритрейсе было три или четыре даже события. Поэтому давайте. У нас сейчас событие... Давайте класть... Так, это желтое. Дрифтер высокогорных равнин. Это не просто гонка. Здесь пара контрольных точек, и нужно найти кратчайший путь. Смотри, не заплутай. До таких гонок допускают только лучших, и, надеюсь, это что-то договорит о тебе. Но не расслабляйся. До почетного первого места дорога долгая. Окейшки. Снова по контрольным точкам, и нам нужно победить время 3 минуты 16 секунд. Хорошо. На 401 сотую, и на все. Блин, он догоняет. Да, забавно. Ну, нам дали какой-то баги, а у него транспорт не из хилых. Я вам скажу. У него-то полноприводный Range Rover, по-моему, если я не ошибаюсь. В воду заехал. Вода тормозит очень жестко. Так, нифига, мы сейчас оторвались. Ты гордишься собой. Что ж, обоснованно. Контрольные точки так далеко расставлены, и ты начинаешь немножечко запутываться в поворотах или там в местах, где ты пытаешься где-то чуть-чуть сократить. Ну, эта фишка, видимо, закрыл, потому что в первую часть такая же была лажа, но ты там на это сильно не обращал внимания. Я не знаю, где там заплутал бот, потому что... Ну, не бот, а призрак того, кого мы должны выиграть, потому что сначала он у нас начал выигрывать, а потом он где-то затерялся аж на 8 секунд. Причем я еще где-то там что-то накосячил с водой, поэтому... Отставание бы от него было бы еще больше. Бля. Врезался в деревья. Ладно. Ну там вроде какое-то отставание было аж 20 секунд, поэтому, в принципе, можно было бы и врезаться. Почему бы и нет? Зато на прочность тачку проверили. Да видите, он все равно 20 секунд. В плюсе. Ну, видимо, это начальные такие будут у нас. Ноунеймы, так скажем, которых мы выигрываем запросто. Скоро мы будем популярными. От новичка до популярного немножечко осталось в полоске набить опыта. У каждого наступает момент осознания, зачем участвовать в гонке. У меня...
меня как-то раз мотоцикл полетел в одну сторону, я в другую, сломал два ребра. Ну, поднял его, сел и поехал дальше. И эту гонку, кстати, выиграл. Просто не позволил себе проиграть, несмотря ни на что. Подробности? Это просто истории, которые потом рассказываешь. Угу. Забавно. Это просто истории, которые потом рассказываешь. Фотозадание поблизости, койот. Чего? Еще какие-то фотозадания появились? Забавная штука. Так, у нас тут тачку чуть-чуть можно увеличить. 52, 49, все. Это все вещи, которые пока на нее можно установить. И сразу погнали во вторую гонку, не будем затягивать. А, я думаю, что второе событие... О, кстати, откроется третье событие. А, нет. Ошибся. Я просто думал, что мы типа первое прошли, оно должно как-то либо черно-белым гореть, типа, что мы его как бы прошли. А тут оно до сих пор продолжает гореть. Поэтому, в принципе, по-моему, можно просто будет перепроходить эти задания. Итак, осталось вот это. В этой гонке ты будешь за рулем пикапа Mercedes X-класс, как и остальные. Так что исход состязания будет зависеть от водителя. А ты в этом лучший. Я точно знаю. Хорошо. Давайте покатаемся. Опять мы одни. То есть, по-моему, в подобном режиме у нас с вами якобы как бы соперников нет. У нас с вами есть призрак, которого мы должны победить. Вот и все. Плохо дело. Блин. Ну и трасса, конечно. Заплутать тут можно только так. Долбанные деревья. По-моему, в первой части вот такие вот кустики можно было спокойно ломать. Ой, всрали мы, короче. По полной. Тут еще просто въезд в какую-то гору. Стараюсь постоянно подгазовывать нитро. Помогает, кстати. Это чуть-чуть помогает. Опять спуск вниз. Причем очень жесткий спуск вниз, я смотрю. Ох, ё. Нас тачку начинает таскать. Ну да, конечно же. Что же может быть случиться еще, как мы... Как въехать на скорости 120 км в час в дерево. Половина этой мучительной скакающей гонки пройдена. И опять сверну, походу, не туда. Чё за трасса, блин, серьезно? Нет, ралли-рейд мне не нравится. Это дичь какая-то, серьезно. Ты больше того врезаешься в деревья эти гребаные, нежели пытаешься пройти контрольную точку. Мне даже в какой-то степени немножко даже эти нравятся, блин. Скилл-тесты в GTA 5, опа. Нежели пытаются.
Ох. Кстати, а как они собираются... как можно будет попытаться записать трюки Face Your Right? Неплохо. Но я могу показать больше, чем неплохо. Если здесь как таковых трюки на тачках очень сложно делать, тем более на F-150 от Форда. Трика какая-то, что ли? Понятно. Короче, я затупил. Ну, может, меня на дорогу можно вернуть или еще? Да. На здравствует идиотский райд. Не, я проиграл, походу, это событие. Оказывается, я все-таки на 2 секунды был быстрее времени того, которое было показано. Но призрака я не победил, кстати. Что самое странное. Новая ТС получена, и это... Этот самый Мерседес, который... А, нет, это не тот самый Мерседес. Мы же должны F-150, чтобы то задание Face Your Right это выиграть. Такс. Но оказалось, что... Я все-таки на 2 секунды был быстрее времени назначенного. Такие дела. Так. А нам же эту тачку вроде как на события дали, а почему-то мы ее все равно можем улучшать. Странно. А, ну нам ее сейчас как бы подарили. Хорошо. В принципе, без... Разница. Задание поблизости на медведя. Фотозадание какое-то. Блин, я не понимаю, тут что, животных надо какие-то еще фотографировать? Это уже какое-то не The Crew получается, а охота на зверя. Такс, ну что ж, все, типа у нас здесь с вами в принципе все завершено. Имеется в виду из-за этого ралли-рейда. Давайте мы с вами посмотрим это по списку, по заданиям имеется в виду. Так, по заданиям. Оффроуд, ралли-рейд. Да, все выполнено в принципе. Поэтому мы здесь можем с вами завершить данный обзор. Так, ну, есть одно но. Есть одно но. Кстати, да, вот они, эксклюзивные транспортные средства. В стритрейсинге у нас с вами... Макларен. Здесь у нас с вами вертолет. Здесь я пока не знаю какие, поэтому мы скоро там с вами покатаемся. Так, есть одно но. Есть одно но. Хотелось бы вернуться в убежище. Что-нибудь приобрести. Потому что... Ну, не тачку, конечно же, но что-нибудь приобрести. Давайте с вами переместимся. Может быть, что-то там новое появилось. Я не знаю просто. Так, вот наш хаус. Заходим в него. И посмотрим, где остальные тачки у нас помещаются. Так, ну здесь я уже как говорил, здесь у нас вроде как самолет. Здесь костюм. Или как? А, вспомнил. Мы же здесь можем изменить транспорт. У нас здесь только тачки помещаются. Вспомнил. У нас здесь с вами помещаются только тачки. Допустим... А сейчас у нас стоит с вами Audi, да, потом мы бах и поставим с вами на Ford. Допустим, бах, у нас теперь стоит Ford. Чё, я случайно поставил X-класс в избранное? Нет, я не хотел его ставить в избранное, если чё.
А! Понятно, то есть это место называется избранное, то есть мы можем ставить сюда тачку и ставим ее в избранное. Хорошо, я понял, как это теперь называется. Ставим тачку, допустим, Audi, она у нас в избранном, все. Идите в задницу. Такс. Что дальше, что дальше? Мы вообще что-то можем еще дома делать? Вот интересный факт. По-моему, больше ничего не можем делать. Видимо, мы больше ничего здесь не можем делать. Даже какого-то, знаете, такого ноутбука нету, как это было в... Так. Нет, я бы все-таки сделал возможность отключить этот телек. Или хотя бы на что-то его изменить. Установить транспорт. Для этой функции требуется водный. Да, вот здесь у нас, оказывается, будет водный транспорт. Где-то там у нас будет, здесь у нас с вами будет самолеты воздушные, а мотик у нас где будет стоять? Видимо, в мотик у нас там же, где тачки будет, да? По всей видимости, так оно и есть, потому что это все-таки наземный транспорт тоже, как и все остальное на земле. Так. Каталог. Каталог — это все-таки машины. Здесь у нас можем. Здесь мы можем поставить каталог автомобилей, которые у нас есть. Здесь сюжетные награды. Ну, сюжетные награды — это только видосики, которые мы с вами смотрим. В принципе, все. Это разве называется сюжетные награды? Это ролики. А, ладно. Давайте немножечко потюнингуем нашу машинку с вами. У нас что-то светится. Мы что-то с вами открыли, по всей видимости. Пороги. Одни карбоновые только, и все. Давайте поставим карбоновые. А что у нас она пишет? Типа, ну и... Один, и чё? А у нас что-то мигает? Пишет, что у нас там что-то есть, но у нас больше ничего нету там. Странно. Вот такие здесь бампера можно ставить. Диски всякие разные. Но мне нравилось, как они в первой части пораздельно давали нам возможность диски ставить. Здесь... Кстати, перекочевали диски из первой части. Отлично. Так. Не хватает разделов в дисках, допустим. Не хватает. Разные задние бампера, причем меняется не только бампер, но и цвет фар. Это очень круто. Давайте купим. Цвет салона. Либо такой, либо красный. Вставка салон. Пусть такая будет. О, отлично. Так, раскрасочка какую-нибудь. Все-таки давайте какую-нибудь раскрасочку-то возьмем. Топ 100. Вот я хочу загрузить из топ 100. И мне понравилось... А, мне понравилось... Раскрасочка здесь такая была. Ее, по-моему, она, по-моему, сместилась куда-то с момента первой серии. Раскраска с недавно убитым... В честь недавно убитого рэпера XXXTentacion. Забавно, что фанаты The Crew решили посвятить ему, так скажем. Так, да, в принципе, здесь она куда-то сместилась. Она была такая хорошенькая раскрасочка, я помню, но она куда-то сместилась. Ладно, она, в принципе, сейчас уже не нужна. Давайте
цвет какой-то другой поставим. Стандартный металлик, хром, мат, анодированный, переливающийся. Кстати, переливающийся был прикольно. Предыдущие. Давайте вот этот поставим. 4000 стоит эта раскраска. Ну, точнее, не раскраска, а цвет. Так, ну чуть-чуть изменили тачку и ладно. Так, ладненько, давайте мы с вами здесь завершим вторую серию смотра беты на The Crew 2. Далее у нас ждет с вами гонки, которые... Гонки, которые мы еще с вами не прошли. А именно, это испытание Pro Racing здесь и Freestyle. Я думаю, что за одну серию мы с вами здесь их попытаемся сделать. Всем удачи и всем пока.